Гречка в магните есть сейчас по акции 40 рублей. Написано, что первый сорт, 800 грамм. Ну вот 40 рублей, какая-то крупная выгода. Посмотрела, вроде чистенькая, хорошенькая, темная такая. Хорошо. Сардельки по 146, столичные от Глория. Подожди, пока не надо, подожди. И швейцарские колбаски копченые, очень вкусные, по 459 рублей за килограмм. Ну тут видите, и того же не килограмм. А сарделек полкило, а этого почти полкило тоже. То есть это где-то 200 с чем-то рублей, а это еще меньше. Вот это несите в холодильник, давай, Маргарита. Вот сыр. Осторожно, не топчите пакеты, не топчите, не топчите. Топчите. А гауда, вот цена. Или я показывала уже. И вот такой российский. Вот такая цена. Смотрите, хорошая цена такая, 258 рублей. Какой-то еще продается у нас радость вкуса, что ли, в магните. В магните тоже российский, краснодарский. Говорят, вкусный, но его не было. Вот два куска сыра у нас быстро уходит, улетает. Так, крахмал картофельный. Вот сыр берите. Тоже нужен и кисель варить. Да и обжариваю я с ним еще курочку. 27 рублей стоит. Сыр забирайте. Морская капуста, салат, витамины, Северная гавань. Большая такая упаковка здесь. 400 грамм. А стоит 49 рублей. Ну, морская капуста всегда стоит бюджетная. Если брать в жестяных банках, то еще даже дешевле. Так, нутелла. Давно я на нее смотрю, тоже все жопилось, что-то не знаю. А здесь по 200 рублей она по акции идет. Так, 250 в магните. А сейчас 200 рублей мои. Сметанку вот забирай. И вот творожные массы забирай. А вот? Угу, эти. Поэтому я подумала, что 200 рублей пусть на хлебушек буду им намазывать, может, с блинчиком. Как-то, не знаю, не брали мы ее раньше, потому что как-то больше сгущенкой обходились или вареньем. Как-то все такое было. Если хотелось шоколадного, то шоколад, а как-то нутелла. Ну, а надо, чтобы хотя бы попробовали, а потом уже, если понравится, будем брать. Мам, возьми два, пожалуйста. Так, колбаска докторская Глория. Докторская колбаса Глория по ГОСТу 164 рубля за палку. Это забирать? Нутелла. Я не помню, я вам покупала такое или нет, Даня? Да, знаешь, покупала, нутелла? Да, 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 да. Я вот забыла. Решила опять взять. Кстати, мам. Да, подожди, мам, Данил, сейчас я закончу. Вот Данил от своего Маркуша потерял, от своей игрушки. Надо ему отдать или что? А, для я чего? Знаю этого. Знаешь, там... для чего? Angry Birds. Для чего? Да, 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 я смотрел видео, там кто-то так нажимаешь, он подлетает. Угу. Ты руки мыл? Я да. Смыл? Я да. Надо еще раз. Я да. Так. А можно банан? Отнеси, пожалуйста, вот это в ванную. Поставь Маркуш, не ты, Данил. Данил, ну сделай сначала, что я сказала, потом будем разбираться. Так, вроде... А, еще я... Даже не Маркуша, это не надо уносить, это здесь остается. Вот колбаску неси давай, на, неси колбаску. А это не нужно в холодильник. Это не нужно. Данил, вот еще кока-колу положи в зону свежести аккуратненько. Не тряси. Да там уже место для кока-колы. Ну, где-нибудь найди в холодильнике. Не тряси только, ладно? Так, Ритуля, яички донесешь? Донесешь? Не донесешь? А что, ты несла по дороге, а сейчас до холодильника не донесешь? Яблоки еще купили. Это какой-то новый урожай. Яблоки. А что написано Фуджи? Ну ладно. Мама, не убирай яблоки. По 100 рублей они. Яйца. И яблоки. На 148 рублей здесь. Марта, полтора килограмма, наверное. Мне кажется, это не Фуджи. Ну, Фуджи, Фуджи. Мама, яблоки и... Всего чек вышел на 3000 рублей. Немало. И здесь еще было две жевательные резинки. Здесь их нет. Одна тутти-фрутти, по-моему, другая большая какая-то. Взяла еще вместе с тем, чтобы заквашивать, еще взяла по баночке вот такого йогурта. Хороший очень, на первый вкус. С карамелью. Он, кстати, похож тоже мама. На топленое молоко. И по 20 рублей. А это мне мама. Так, давай. Я взяла замороженное, они по 143 рубля. У нас здесь две подложки. Крыльев я, как обычно, обрезаю. Самую крайнюю часть вот эту выкидываю. И еще ну, на две половинки. И получается довольно много кусочков.
Так, и еще взяла 3 вот таких цыпленка бройлерных. Я их сейчас не растают, буду разделывать, отделять грудку. Сейчас у меня 3 грудки, наверное, я сделаю куриный фарш. Может быть, пельмени, может быть, котлеты делала рубленые в прошлый раз. Ну, что-нибудь мясное такое, филейное, может быть, отбивные. Маркуша, что у тебя на голове? Пыль какая-то, шерсть или что? Знаю. Куда ты головой залазил? Бедра отделяю. Знаю, мам. Понятно, ладно. Бедра и крылья вместе, получается, от всех 3. И спинки на суп. Вот, получается, что выгоднее. Стоит у нас 1 цыпленок 114 рублей. Тушка. Первый сорт написано. Бейкер детям купила такой с маком калейдоскоп. Он стоит 29 рублей. Наверное, не знаю, сколько грамм 500. Сухой печенье крекер. Владивидимо в России. Не вижу, сколько, нету сил искать меня. Так, яйцо, вот, кстати, да, по 6 рублей. По 6 рублей 0,5 копеек. Самое у нас получается отборное деревенское. Так. Зефир взяла. Вот просто 5 штучек был свежий ванильный зефир. На 44 рубля он вытянул. По 159 рублей за килограмм. Очень мягкий, очень вкусный. Написано, что Санкт-Петербург сделал. Прям такой нежнейший. На развес порой зефир очень намного вкуснее, чем, короче, в упаковках всяких там замудрённый. Вот этот вот самый лучший. Солодовый хлебушек. Что-то такое, он уже подуставший, мне кажется. Хотя написано сегодняшний, но он такой, как будто бы уже давно. Он стоит 19 рублей. Быстро у нас он на один завтрак практически. Поэтому хлеба, не знаю, печь надо. Но что-то не печется. Вот такой багет с луком. В основном на хлеб едим на завтрак, либо же с супом дети кушают. Вот такой тоже небольшой маленький багетик с луком. Он очень круто пахнет жареным луком. Мне это напоминает, знаете, вареники с картошкой и с луком. Шар еще был шоколадный. Написано, что World of Tanks, но это был Angry Birds. 75 рублей. Так. Мука высшего сорта у нас сито 2 килограмма, из которой я, в принципе, всегда пеку. 55 рублей она стоит. Мука, вот она. Вот она мука. Конфеты. Написано Асия, глазированные, шоколадные. У меня помадка вес. Что-то мне кажется, это не те конфеты. Баянсу. Вот это не те. Вот 235. В чеке не те конфеты, по-моему, да. Это конфеты Форт. А в чеке другие. Даже я не знаю, какая там цена у них. Может, цена и та же. Написано, что мы купили на 203 рубля Петровский Форт. Я где-то одну открыла, вот такую конфету, у нас это в Ситно продается. Они очень вкусно пахнет фундуком. Вот ради вас распотрошила конфету, она так классно пахнет фундуком или фундуком, не знаю, как правильно жареным. И здесь и карамель, и нуга очень мягкая, и фундук, и сверху это как Сникерс, наверное. Вообще пахнет обалденно вкусно. А муж говорит, что-то говорит, эти конфеты гребут. Взял последние. Ну, наверное, вкусные они. Мне больше запахи нравятся сейчас сладости, чем вкус. Я что-то сладкое в последнее время не очень. Так. Можно мне вот это? Пока не надо сейчас. Она ест. Как ест? Чем он ест? Обратно пусть несет. Хлопья 5-зерновые тонкие от Увелка. Это варить надо их все равно. По 30 рублей пачка. Приправ еще набрала. Тут душистый горошек. 2 упаковки. Я им пользуюсь часто, в суп добавляю, в бульон. Что-то кричат. По 12,50. Машинку разобрала. Морковку по-корейски. Приправу. Ее, кстати, везде вкусно добавлять, где жаришь морковку. Там, ну, зажарка.
Просто с детьми так лучше не делать особо. 12,50 она стоит. И карри. Она стоит тоже 12,50, что ли. Да. Карри. У нас здесь не особо это делают какую-то карри. Не знаю. С рисом в основном всегда добавляют. Я хочу... О, что-то просыпалось. Какая-то приправа высыпалась. Ту... О, вот и карри высыпалась. Вот смотрите, дырка. Надо пакетик положить, чтобы не высыпалось все. И для куриных крылышек еще взяла приправу. Она тоже 12,50 стоит. Это все Русский аппетит был, а это другая какая-то. Фарсис. Фирма без глютамата написано. Я всегда смотрю, чтобы не было глютамата. Единственное, что вот иногда покупаю приправу редко, которая для картофеля фри. Она классная. Тоже, по-моему, от этой фирмы. Там есть глютамат, но это так, вот, знаете, редко полакомиться.